Ребят, всем доброго времени суток, это канал Реальная Качалка. И сегодня тема нашего ролика пойдет о такой интересной теме, как лето, жара или просто как охладить любой напиток, в данном случае это квас или имбирь. Как сделать его холодным дома без всяких там сумок. Можно, конечно, просто купить сумку, потратить на это деньги, купить сумку, купить к ней вот такой вот охладитель, видите, да? Аккумулятор тепла или холода, как называется. Вот такой вот, положить в холодильник, охладить и потом сюда все слаживать. Можно так сделать. Но дабы не тратить деньги, ребят, все есть гораздо интереснее, приятнее и прикольнее, да еще и полезно. Таким способом я охлаждаю не только напиточки, выходя из дома, а также арбузы, дыни и подобные вещи. Что я для этого делаю? Уверен, данный способ понравится абсолютно всем, поэтому не забудьте поставить лайк. Прошу вас об этом. Итак, для этого нам понадобится полотенце. В данном случае такое вот обычно небольшое, маленькое. И мы его просто берем для начала. Открываем воду холодную. Намачиваем. Выжимаем. Выжимаем не полностью, ребята, так, чтобы это была влажная тряпка, но чтобы с нее не капало. И дальше просто берем и аккуратненько обматываем. Вот. Все. При этом обматываем так, чтобы легко нам можно было ее размотать. Пробку при этом можно не заматывать абсолютно. И даже не то, что абсолютно не заматывать, а лучше не заматывать. Обратите внимание, с нее абсолютно не капает ничего нигде. Как фишка можно еще делать сюда, вот, ну, чтобы не лезло, можно одевать резинку обычную. Одели, чтобы она держалась. И дальше, ребята, все очень просто. Замотали, да? Надеюсь, вы догадались, да, что дальше? Дальше просто открываем холодильник. Видите, сколько здесь всего, да? Находим место получше. И ложим бутылочку так, чтобы можно ее было легко, чтобы она ни к чему не прилипала. И просто ложим. Все, ребят. Закрываем холодильник и ждем. То же самое можно проделать, ребята, с арбузом. Арбуз так же само берем, заматываем. Но для арбуза, ребятки, нам понадобится полотенце, конечно же, побольше. То же самое. Берем просто арбуз, ложим его, точнее намачиваем полотенце так, чтобы с него не капало. Выжимаем чуть-чуть, заматываем арбуз и ложим в морозильник. Вот и вся секретная информация. Та, которая, я уверен, была вам полезна. И я скажу вам даже больше, потом это полотенце можете даже не разматывать. Просто берете вот эту бутылочку, допустим, и аккуратненько пьете, не разматывая. И будет это лучше, гораздо лучше, ребята, чем вот таких вот сумках. В сумке тут всегда вот будет у вас такой конденсат огромный. Лично я вот делаю так вот, заматываю и абсолютно не жалею. Все, ребятки, ставим лайки. Это был канал Реальная Качалка. Подписываемся на наш канал. А я пью за ваше здоровье и бегу. И бегу на тренировку, ребятки. Все, всем солнечных, жарких дней. Будьте здоровы. Ставим лайки и подписываемся на наш канал. Это Реальная Качалка.